Тульский регион Московской железной дороги активно участвует в реализации положений концепции жилищной политики РЖД, которая предусматривает обеспечение своих работников, которым в связи с характером их трудовой деятельности необходимо проживать вблизи от места работы, служебным благоустроенным жильем. В поселке Турдей Воловского района ключи от квартир в четырехквартирном благоустроенном доме с центральным водоснабжением, отоплением, газом и небольшим приусадебным участком получили 4 семьи. Конечно, очень ждала, что нам что-то предоставят. Смотрим, уже квартиры дают всем другим станциям, дежурным, всем. И, наконец-то, это событие свершилось. Дали квартиру нам. Это мой супруг, представитель работников ИЧ. Я уже 18 лет работаю, но начинал с этой станции сперва. Я на всех станциях побывал. Ну, как говорится, от Турдея первая моя станция была потом. Я так думаю, здесь даже и молодежь, наверное, в этом парке будет собираться гулять, отдыхать. Я представляю. Спасибо большое огромное нашему руководству, главе Потапенко Александру Федоровичу. Спасибо огромное и... Молодцы просто. Да, будем работать, будем жить, будем радоваться, веселиться. На сегодняшний день это уже 19-й жилой дом, построенный в рамках программы улучшения жилищных условий железнодорожников в Тульском регионе столичной магистрали. Здесь получают квартиры, получают бесплатно, значит, получают рядовые работники, те, которые, собственно говоря, и осуществляют весь процесс управления железными дорогами на таких небольших станциях, как станция Турдей. Строительство 9 месяцев. Ну, как бы, я думаю, что это очень быстро. И, но, с другой стороны, в общем-то, мы строим и больше, и могли бы заселить его раньше. Но мы не заведомо не стали вручать ключи раньше. Мы сделали все, чтобы те, кто получит ключи, они были рады и довольны вот той территории, ухоженностью, которая есть снаружи, чтобы вышли, было приятно выйти из дома на работе, чтобы приятно домой было прийти, чтобы была отдача на работе. Квартиры, вы обратили внимание, что там есть и кухня, уже кухонные гарнитуры. То есть, получив ключи, уже моменты, какие-то личные моменты, и все, можно уже жить в этой квартире, не говоря о том, что там может ремонт или еще. Все это сделано.